Эту форму еще никто не надевал. Отделение бокса спортшколы «Олимпик» получило ее на днях. И совсем скоро спортивная одежда поступит в распоряжение юных боксеров. Ребята будут выступать в ней на соревнованиях, чтобы все знали, эти спортсмены из Балакова. Но форма – это не единственное важное приобретение в Балаковском центре бокса. Вчера здесь установили новый ринг для тренировок, повесили груши в специальный зал, оборудованный зеркалами. Закупили груши, мешки будем устанавливать в зале. Купили форму, зеркала повесили в два зала. Зал, где ринг стоит, и зал, где мешки. Здесь порядка 250 человек занимается. 6 тренеров, у кого-то 2 группы, у кого-то 4 группы. Ну, и будем набирать еще. Помещение позволяет, 4 зала. Будем расширяться. Условия, в которых тренируются дети, они влияют вообще на их успехи? Ну, конечно. Если ребенок занимается в подвале или в новом оборудованном зале, новый ринг, все, новые формы, конечно, влияет. Хочется идти на тренировки. И девочки, и мальчики все приходят уже, все занимаются. У нас здесь есть и девчонки. Поменьше не так, сколько ребят, но есть. Какой возраст у вас? Ну, от 8 и до 20 лет. В этом году у нас появился призер России, девочка в этом году стала. 3 призера ПФО. Не будем по именам озвучивать, чтобы не зазвездились, как говорится. Будем расти, есть к чему стремиться. Планы у руководства центра бокса и тренеров очень большие. В этом здании можно проводить тренировочные сборы, и второй этаж бывшей вечерней школы планируют оборудовать в гостиницу для спортсменов. Раньше у балаковских боксеров не было специального помещения, а теперь есть целый центр, в котором создаются все необходимые условия для достижения высоких результатов. И, судя по всему, именно с этого начинается новая эпоха балаковского бокса.